сейчас мы будем распечатывать посылочку из AliExpress. И в этой посылочке у нас, Кира, что? Ну, как ты думаешь? Ты как думаешь? Я не знаю, что будет. А я вот знаю уже. Это труселя. Труселя. С хорошей строчкой. Нитки практически не торчат. Хлопок не просвечивается. Папа, отличный. Для ребеночка, да? Да. Вот такой вот цвет фиолетовый. О, трусики-пандочки. Проверяем. О, эти получше, даже поплотнее. Здесь панда у нас. Дурачек, да? Дурачек. Смотри, это у нас кто? Львенок на жопке? Где-то. Вот, львенок. Да, львенок. Цыпленок. 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 И обезьянка. И обезьянка. Класс. Да. А тут еще что-то есть в этой посылке. Здесь какая-то наклеечка еще есть. И еще другие трусики. Смешные, смотри, какие. Это кто, пандочка? Вот это у нас пандочка. На жопке. Коала. Это коала. Ну пусть будет коала. Это тоже, спереди. Тоже это коала. Опять на жопке. И такие маленькие, да? Коалки. Да. Нитки нигде не торчат. Фабричный Китай и очень хороший.